Итак, всем привет. 21 октября. Сегодня последний день солнечный. После листов, он тех, которые вчера пришли, руки не поднимаются. Но делать надо. Короче, сделал все, что мог. На вчера и на сегодня. Так, вчера я постелил балку под пол. Вот она, крайняя идет. Там как в тисках зажаты укосины. Потом будет заполняться промежуток. То же самое надо будет делать с этой стороны. Первую и вторую по центру и снизу. Это 2 по 5 метров. Где-то примерно так. Вот, усилитель укосин, она же и держатель стены, она же и для пола. Держатель половых досок. Вот, что сегодня сделал. Тоже, засчитай, ну, сегодня день такой суматошный, несмотря на то, как я бегал тудым-сюдым, там, сына в школу, сейчас из школы забирать, у меня времени просто не хватает. Ну, и плюс, после вчерашнего, это вот стопка USB, видите, 12-х, сделал вот такую укосину, зашпаклевал ее. Это клей такой специальный, мастика называется. Не спрашивайте, зачем, почему, ну просто мне так захотелось, все. Все здесь сделано, потому что мне так захотелось. Уложил верхний ярус лак под пол. Соответственно, вот, если увидите, вот болтики торчат. Я не знаю, тут, наверное, вряд ли увеличится. Да, увеличится. Вот тут они... торчат шпильки и вот шайбочки. Короче, успел поставить 6, но напилил на 4 центральных. С того края, к сожалению, сегодня не получилось сделать. Те забью, но, в принципе, крышу уже связал. Это уже громадный плюс. Крыша связана шпильками со всех сторон. И с этой стороны уголки зафиксировал. Осталось установить с той стороны уголки. И, в принципе, крыша уже частично готова. Получается, у нас 4 готово и 2 в воздухе висят. Вот эти 2. Они еще ни на чем не прикреплены. Ну, там упоры есть страховочные. Завтра уже передают дождь. Скорее всего, и ветер будет. Так что, не знаю, успею, не успею. Сегодня, наверное, надо будет отстругать вот эти вот 2. За ночь они вымерзнут. И будут еще легче. Эти тяжелые. Эти я не буду тащить. Пока что они мне не нужны. Но это, скорее всего, на вертикальные столбы пойдет. Хотя вот там частично тоже есть на вертикалку. Ну и также надо напилить. То есть работа помимо крыши еще дофига. Но основа — это непосредственно подготовить кровлю под листы. Ну, так для себя прикинул, что, в принципе, вот у меня 6-метровые 40-е доски. Их можно закинуть и частично крышу сделать. Пока что продумываю, как и куда. Если обратите внимание, то нижний ряд бруса с верхним рядом бруса, он не состыковывается. Потому что внизу их получается 7, а вверху их получается 6. Это как бы по-другому я не сделаю, но это сыграет мне, наверное, в плюс, если я буду поднимать листы. То есть можно в них упереть, то есть сжать, протащить и потом расширить, и он здесь упрется. Ну, я так для себя смотрю, что я смогу сделать один, но проблема в том, что сжать и потащить у меня вот этой рукой проблемные, у меня не получается. Ну, да фиг с ним, короче. Это отойдет все. Там просто у меня... неважно. Ай, блин. Я думаю, сустав зарастет. Сильно большая была нагрузка на вытянутые руки. Да. С полом, конечно, вот видите, мало пола. Но 40-я доска, она еще есть у меня. 6-метровая, 7 штук я покупал. И поэтому мне необходимо все-таки для того, чтобы их уложить, как я и говорил ранее, да, там в начале, в конце, вот сюда цельно уложить.
То есть для этого мне необходимо вложить вот точно такой же брус внутрь. Как бы он скрытый, и на нем и пол, и дополнительно лаги фиксируются укосины под другим углом, зажимая их. В общем, поэтому буду как-то это все делать непосредственно исходя из пола. Блин, да? Ну, брысь отсюда! Брысь! Вот так вот. Нефиг, надо зашиваться, блин. Как дома у себя. Птица это вообще капец. Ну и сорока, блин, навадилась в комнату туда. Там много чего еще надо разгрести. Осталось. Походу что-то утаскивает блестящее. Прям часто я ее тут вижу. Прям вот начинает отсюда, прыгает туда. И потом отсюда улетает с чем-то. С чем, не знаю. Ой, ничего, это все доделается. Начало положено. Вот эта укосина, которая сейчас стоит, я планировал их две. Но вторую что-то не рискнул. Хотел сделать крест-накрест. Потому что что-то мне кажется, ну, блин, опасненько, блин, делать крест-накрест в брусе, в угловом, который несущий. Много нарезать в него не хочется, поэтому, скорее всего, мне этой одной хватит. Тем более, со стороны внутри до потолка будет, например, USB, тот же самый 12-й. И по центру будет также вот как там врезаться брус 150 на 100, вот в этот 40-й. Соответственно, это будет как бы крест-накрест, и в две стороны он будет работать, вот эта укосина. То есть я обыграю по-другому, и со, с той стороны, и с этой стороны я могу изнутри уже положить USB и прикрутить вот квадратом вот так. Здесь, соответственно, подниму, также брус положу, например, 150-й вырежу. И будет у меня обыгран квадрат. Квадрат получается на два листа. Ну, я уже так прикинул, посчитал, что тут два листа, все нормально влазит. Получается два листа с этой стороны и два листа с той стороны. Получается лютая укосина. 24 миллиметра плюс внутренняя сороковка на 200 и плюс 100 на 150. Короче, нормальный такой. От снега, от всего, от ударов. Ну и в принципе, вон те тоже от ветровых нагрузок рассчитаны. И вот та, которая с этой стороны будет стоять точно так же. То есть все я для себя продумываю, там зарисовываю, в башке прокручиваю именно то, какую силу ветра эта конструкция вся может выдержать. Ну и плюс у конструкции этой огромный просто вес, в отличие от каркасника. То есть тут достаточно массивная конструкция получается. За счет этого получается еще выигрыш в сопротивляемости, ну, порывам ветра. То есть там до 40, я думаю, должен выдержать. Та пристройка, несмотря на то, что она вроде бы неказистая такая была, у нас были более 40 метров, остановки летали, там деревья ломало. Ну, выдержала как бы, она уже вросла. При этом самое смешное, ну, я уже рассказывал, она на фундаменте лежит. Она не прикручена вообще никак к фундаменту. Вот, просто стоит и бетоном подлито сверху, просто зажат в тиски такой половой брус этот, в тиски зажат непосредственно бетоном. В общем, как-то так. Сейчас досточки подсыхают, которые мне привезли под потолок. Тоже смотрю, что влажноватые, несмотря на то, что они вроде бы как бы сухие, некоторые тяжеленькие. В общем, ну, по сравнению с тем, что когда мне привезли, они уже подсохли. Сегодня хорошая погода. Надо вечером достругать вот эти два бруса, заодно досточки переложить, а брусочки сразу выпилить в размер. Может быть, до вечера все это дело успею хотя бы снизу. Вот. Как-то так. Ну, сейчас упирается в то, что мне нужен прям необходим пол на втором этаже. Хотя бы не полностью перекрытый, хотя бы процентов по 20 с каждой стороны. В ту сторону 20. С центра сюда 20.
Вот это вот мне сейчас необходимо, чтобы можно было поставить лестницу и, в принципе, что-то положить массивное. Как-то вот так вот. Да, вот с листами, конечно, это тротл полный. Как их туда запихивать, я пока еще не придумал. Но это все, я говорю, обыграется. Оно, вот эти все идеи приходят сейчас именно постепенно, потому что я говорил, что вот на данном этапе строительства, когда у тебя план есть в голове, и ты смотришь, что вот здесь можно обыграть это вот так, вот это будет только в плюс, а здесь можно так сделать, это будет только в плюс, и так будет лучше и надежнее. И вот оно вот так вот и получается. Тут еще я же смотрю насчет того, чтобы не грызуны с крыши, там, с чердака сюда не пробрались, там, ни птички, ни жучки, ни вот эта вот вся выдерживала конструкция сильные порывы ветра. Ну, несмотря на то, что у меня тут вокруг дома, многоэтажки, ну, тут из домов этих летает много чего. Ну, это как бы я не настаиваю, нет. Как бы надо было сфотографировать просто. Я бы уже не успел заснять, когда мы отпрыгивали, когда летело. Вот тут мы проходили и летело. Как-то вот так вот. В общем, помаленьку дело движется. Мотоцикл заряжаю. Вот хотелось бы ролик снять про этот. А пока что как-то что-то не до этого. Тоже на основной канал хотя бы. Не знаю, мне говорят сейчас, мне не до этого, и не стоит просто лезть пока туда, пусть все идет своим чередом. Вот я, в принципе, так поступаю. Зато на двух остальных каналах у меня все ништяк. Аккумулятор холодненький, не греется, второй сезон, второй год ему, и получается, заряжается, и катаюсь, блин, я доволен. У меня еще остался один аккумулятор, еще один где-то на улице валялся, у которого БМС выгорело. Ну, походу, его просто надо будет утилизировать и все. В общем, как-то так. Стройка идет. Помаленьку дело движется. Птички летают, птички поют. Даже солнышко выглядывает. Пока что. Ну, осталось немножко. И завтра уже нифига не будет. Вот такая у нас погода сегодня. Скорее бы крышу закрыть. Крышу закрыть, потом все изнутри, снаружи обшить. И изнутри остается только как бы добирать. Крыша это в данной конструкции, это основное. Ладно, на этом все. Всем удачи. Всем пока.